Привет, друзья! Сегодня на канале GameToons Plus мы будем смотреть анимацию про скип-ди-туалеты в озвучке MadClown TV. Сегодняшняя серия называется «Ранние годы жизни камерамена». Но перед просмотром обязательно поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые серии. Ну, давайте уже смотреть анимацию. Нет, вернись! Вы не можете оставить меня здесь вместе с этим монстром! Скибли! Нет, пожалуйста, не делайте это! Ой, а почему вот эта вот камера-вумен просто возьмет и не прибьет этого скибиди-туалета? Он ведь всего-навсего один. Я не хочу умирать! Погодите! Скибиди! Какого? Ой, смотрите, смотрите! Вот это и называется подгорел пукан! Прошлой ночью группа линчевателей, также известная как Альянс, снова нанесла удар. Они преследовали невинную женщину на местной ЖД-станции. Ой, да вы только послушайте, как же все вывернули вот эти вот журналюги. Они говорят, что они типа преследовали вот эту камеровумен. Они воевали против скибиди-туалета. Да что вообще происходит? Их там было трое. И на них были эти крутые кожаные куртки. О, и они не преследовали меня. Они помогли мне. Вообще-то они спасли мою жизнь. Если у вас или у ваших знакомых есть хоть какая-нибудь информация о местонахождении этих линчевателей. Так, послушай, неуважаемая ведущая. Ты вообще в курсе, что вообще-то невежливо вот так вот перебивать того, у кого ты берешь интервью? Взяли и оборвали на полусловие. То наш телеканал рекомендует вам обратиться к властям или позвонить на нашу горячую линию. Это были горячие новости, до скорых встреч. И снято! Отлично поработали, народ! Увидимся завтра, ровно в 6 утра. И давайте продолжим в том же духе. Погодите, в каком том же духе? Хочешь сказать, надо продолжать поносить Альянс и защищать скибиди туалетов? Да что это вообще за телеканал такой? Сэр! А! Господи, парень, не надо меня так пугать! Я знаю, вы просили вас больше не беспокоить, но... Я тут подумал, может быть вы... Передумаете и позволите мне пройти собеседование на репортера? Да перестань, парень, не делай это! Я обещаю усердно работать, все, что мне надо, это шанс! Слушай сюда, потому что я делаю тебе одолжение! Ты никогда не станешь репортером, ясно? Потому что у тебя нет авторитета! Никто не будет слушать тебя, ты ведь никто! Ну хотя отчасти вот этот вот режиссер и прав, но если посмотреть с другой стороны, то как же вот этот чувак заработает авторитет, если будет тупо сидеть на лестнице, а не работать в три пота? Наверное, он прав. У меня и в самом деле нет авторитета. Наверное, мне просто суждено быть никем. Какого? О, нет! Скибиди! Ой, да эти скибиди, как обычно, шарятся по помойкам. Если помните, в нескольких предыдущих сериях они тоже прятались в этих мусорных баках. Наверное, они там чувствуют себя как дома. Не подходите! Я предупреждаю вас, я знаю карате! Погодите, нет, пожалуйста! Пожалуйста, хватит! А? Что за... Не могу в это поверить. Вау! Да это было невероятно! Кто ты такая? Участник Альянса? Погоди! Эти атаки происходят по всему городу, и по какой-то причине в новостях во всем обвиняют нас. Да это нечестно! А что, если мы покажем им титанов? Если общественность увидит, какие мы сильные, то может пресса пойдет на попятную? Да ты что, вообще спятил? Мы не можем сейчас устраивать подобные сцены. Только не сейчас, с таким-то имиджем. Сначала нам надо найти способ изменить отношение к Альянсу. Нам надо показать жителям города, что это не мы их проблема, а скибиди-туалеты. Ну, может, расскажете об этом в новостях? Привет! Нарушитель! Я знал, что это вопрос времени, когда один из этих шпионов найдет нас здесь. Надо разбить ему линзу. Нет, погодите, я не шпион. Да, погоди, спикермен. Не надо вот так вот сразу разбивать ему линзу. Надо хотя бы выслушать, что он скажет. Может, что-то дельное? Я работаю на новостном канале и могу вас пригласить. Можешь? Но как? Я помощник режиссера. Мы с режиссером близки. Он послушает меня. Ой, да что-то этот камерамен гонит.
Да режиссер его и слушать не хочет. Да он врет! Нет, не вру! Достаточно! Скажу так, мы дадим ему шанс. Если то, что он говорит, это правда, и он может показать нас в новостях, то тогда... Может, это именно то, что нам нужно, чтобы изменить ситуацию. Я рассчитываю на тебя, понял? Мы все рассчитываем. И я рассказал ей об интервью, а она взяла и согласилась. Потрясающе, отличная работа, парень, не могу в это поверить. Сейчас я позвоню в полицию и скажу, что знаю, где находятся линчеватели. Да они будут счастливы. Ой, да что вообще происходит в этом мире? С чего вдруг все получились на Альянс? Ведь по всем предыдущим сериям, Альянс всегда защищал жителей города от скибиди туалетов. А теперь почему-то их хотят сдать в полицию. Эй, в чем дело? Простите, сэр, я не могу позволить вам это сделать. Честно говоря, Альянс так-то неплохой. Они ведь хорошие, они пытаются помочь нам. Знаешь что, ты меня уже достал, камерамен. Ты докучаешь мне своими ужасными идеями и рушишь мои планы. Ты уволен, парень, и я больше никогда не хочу тебе верить. Но, сэр, вы не понимаете. Больше не появляйся тут. Мне пришлось немножко поднапрячься, но, ребята, теперь у вас есть интервью. Да в каком смысле есть интервью? Да тебя ведь просто вышвырнули. Ты что, решил подставить Альянс? Их ведь хотят сдать в полицию. Ты чего, чувак? Да, так держать, это просто невероятно. О, только подумать. Завтра в это же время я буду уступать перед всем городом. Ты герой, камерамен. Камерамен! Так значит... Организовал нам интервью? Да, просто пришлось немного потрудиться. О, хватит, камерамен, я знаю, ты врешь. Ты не сделал нам интервью. И самое время бить ему линзу, потому что он еще и врет. Ты сделал ловушку. Погоди, спикермен, я могу все объяснить. Ты не ассистент режиссера новостного канала. И ты, конечно же, не являешься участником Альянса. Скипетисты? Откуда они появились? Я не знаю, но лучше бежать. Быстрее, хватай руку. Это бесполезно, я не могу дотянуться. Да чувак, просто подпрыгни. Зачем тупо тянуться? Забери это, быстрее. Нет. Городские власти были озадачены сегодня обнаружением изуродованного тела, принадлежащего предполагаемому участнику группы Мстителей Альянса. Вот именно вот этого-то я и боялась. Мы медлили, и теперь спикермен мертв. Прости, камерамен. Думаю, придется отменить интервью. Что? Вы что, спятили? Спикермен не хотел бы ничего отменять. Он хотел бы, чтобы мы действовали. То, что случилось со спикерменом прошлой ночью, это последняя капля. Жители этого города должны знать, что мы не потерпим насилия. И тем более сейчас. Кто со мной? А ничего себе, как вот этот вот простой камерамен смог заставить весь Альянс пойти маршем по городу. Да из него точно будет хороший лидер. Это неправильно. То, что сейчас происходит, наш Альянс обычно так не действует. Правда? Ну, возможно, Альянсу нужно слегка встряхнуться. Кто-то должен показать городу, кто здесь главный. Ты все это спланировал, не так ли? Что? Нет. Спикермен был прав насчет тебя. Ты не невинный парень, который пытается нам помочь. Ты жаждешь власти, как и все остальные. Даже не верится, что я поверила тебе. Ты вумен? Погоди, а что насчет интервью? Ах, супер. Да черт с ней, она мне не нужна. А я сам могу спасти этот город. Хорошо, народ, по местам, по местам. Эфир через 5, 4, 3. Всем добрый вечер, добро пожаловать на наш новостной канал. Сегодня город охвачен паникой из-за того, что на улице вышли агрессивные участники Альянса. Погодите, не слушайте их. Альянс — это не злодеи. Они пытаются помочь людям. И настоящая проблема — это скибиди. Они становятся сильнее. Так, так, так. Только посмотрите, предатель вернулся. Пожалуйста, сэр, просто дайте мне высказаться. Люди заслуживают знать правду. Правду? Какую правду? Правду о том, что ты на стороне опасных преступников? Или правду о том, что ты все это делаешь ради повышения? Да, вот со вторым ты попал точно в цель. Взять его! Не подходите! Не подходите!
Что за... Какого черта происходит? Похоже, у нас есть прямой эфир из центра города, на кадрах которого видно, как огромный скибиди-туалет терроризирует город. Господи, посмотрите на его размеры! Скибидисты и правда становятся сильнее. И как вообще с ним сражаться? Кажется, настало время показать, на что я способен. Если хочешь стать кем-то, камерамен, то это твой шанс. Что за... Камерамен! Только посмотрите! Да я огромный! Пора с этим покончить! Не могу в это поверить! Он собирается сразиться с этой штукой! Эй, Скибиди, иди сюда! В чем дело? Что, не привык видеть кого-то своего роста? Давай сразимся! Ну же, камерамен! Ты справишься! Ты справишься! Ну же, ну же! Да! Я справился! Правда справился! Так держать, камерамен! Ты спас город, ты герой! Камерамен, как ощущения после спасения города? Делает ли вас это лидером Альянса? Нет. К сожалению, я не могу взять на себя все благодарности. Этот Титан появился благодаря участнику Альянса, который вчера погиб. А настоящий лидер Альянса – это женщина рядом с вами. Приветик. Что ж, вот такая анимация. И мне все-таки осталось непонятно, с чего вдруг жители города ополчились на Альянс. Ну ладно, это ведь Game Thrones. А что вы думаете по поводу этой серии? Напишите в комментариях.